23 июля 2017 года. Это мы пришли после храма, вот позавтракали с братьями. Вот идет дождик, дождик у нас идет. Очень хороший такой, обильный. Уже каждый день, не по разу. Вот такие лужи стоят тут. Вот Игнать Ильич тут с меньшими братьями солодку режет. Такая большая. Да, толстенькая. Готовим подарки. И надо, чтобы это выглядело прилично. Товарный вид. Я их разрезаю, такие сантиметров по 30. Вот такой здоровый, видите, тоже прекрасный. Так, все связывать. Так. Да, все, убираю. Сдвигайся. Мне помощник Бог дал. О, тяну, смотри, сколько тяну. Подрезаю. Вот так. Бери. Складывается. А куда складывать? Другой мешок. Смотри. Давай, быстрее убирай, тебе опять сюда. Руку не суй. Сюда? Нет, тут завязка вот эта. Посмотри вам. Не сильно он грязный. Грязный. Сильно, нет? Мешок этот выдирал. Искал. Да ничего, нет, нормально. Надо, чтобы комков грязненький, примерно. Помыли потом. Это я сегодня всех хочу одарить, а потом направить в город. Конечно, бесплатно. Бог дал вам, я не стадано разбогател в форме солодки. Ой, сколько. Забивать? Сейчас, подождите. Все. Да, действительно. Пачка такая хорошая получилась. Смотри, мы столько никогда не брали, в глаза не выдали. Видишь как? Господь дал. И Господь расположил сердца людей. Принял. Потому что благодетели бывают те, которые приняли. Приняли, накормили. Одним пальцем держи узел себе. Да, убираю это. Вот когда нашел я это дело, и ходил, подбирал, а он их выковыривал. Эй, дождь, с лопатой хожу, пойди облепленной грязью. Ничего. Роман поехал, тоже себе набрал. И я ему там что-то этого набрал, отдал. Ну, может, кому своим пошли. Нельзя абсолютно говорить. Видишь как? Пройдет. Все? Да, все. Все, думаю. Сколько уже сделали? А? Вот это 30. Я второй делаю. О, види, как они лепились. Надо же. Я в целом лепилась. Вот, зачем очень легко. Чай кладешь.
Назад кое-что привезти. Вот. Это не так. Вот что-то. Иногда бывает вот эти вот корешки. И подеревенелые. Я их откидываю. Я думаю, наверное, сколько у вас хватит уже? Это четвертый делаю. Что? Это четвертый. Четвертый хватит, наверное, а? Ну, еще один маленький. Давай еще один. Варим салатки. Им пользуются давным-давно в других странах. И растут тоже. Я вот что-то тут не подумал. Отвергивайте. Где его забросить? В самом начале билеточки растут. Ага. Ну ладно. Поле у тебя. Мы сделаем бегу. Голос, да, да, мистер? Ага. Еще один готов. А деревенелые? Приходится собраться. Я посмотрел фильмы. Как показано это, там берут тельдизию, кажется, машины так убирают. Выходит, они его сеют как-то не так. И там он сплошняком занимает. Она выбрасывает, машина выковыривает. Машина, опять же, как у нас, только у нас не специальный. А у нас специальный. Все на этом поесть. Завязывай. Видишь, как удобно сделано. Все, ну а это отдельно потом мы разберемся. Сегодня вроде бы уже некуда. Смотри еще сколько. Так у меня еще там набрал на маленький. Так может будет ковырять, еще наковыряют? Ну, не знаю. Надо всех детей туда отправить, пусть ковыряют. А кого отправить? Детей. Куда? Ковырять их. Кого ковыряют? Трактор ковыряет-то. Причем тут дети? Там подземляют. Дети там еще не делают. Тебе надо пожевать? Держи. Ага. Держи. Держи. Потекли, Стас. Спасибо, да, что своим с... дашь пожелать. Держи. Так, держи. Вы все? Маша, дай. Вот. Все, одна то. Спаси Христос, Игнатий Тихонович. А? Спаси Христос. Слава Христу. Понятно. Так, надо забирать. Да, заберите, вытащите туда. Куда? Ну, в сенке. Быстро только, бегом. Иди. Не упади. Между Васильевичем показывает пиджак Игнатия Тихоновича. Вот, сфотографируем, я говорю, мне нечем. То есть там столько дырок, ты на роги засни, она там сидит, показывает. Писание говорит, к ветхой одежде не присылал, не пришивай новое. Я говорю, послушание пойдите. Иди Фуся. Как резину пожевать. Thank you.
Один назвал, говорит, нахальная сладость. Пройдет время, ты уже поешь что-то, она все еще сладкого. Кося, березы. Жуй. Так, кому дать пожевать? А. Пожевать надо? Еще раз. Я не хочу болеть, поэтому ем. Да. Надежда Васильевна, рекламу дает вашему. Рекламу дает пиджакам. В Слове Божьем написано, что невозможно вот в такое пришивать заплатку. А это мой, это мой. Как ты? Раз твой? Да. А я взял его, думаю, мой. Нет, это мой. Так, ты решишь? А такая материя, ну все, в дребезги. Это материя такую плохую делает. Пусть надо выпить. Ну, я тебе чаю потом надеюсь. Ой. Ну как? Лиза, сладко? Ага. А мама тоже не любит, да? Хороший, да. Боже, не по слову Божьему, что нельзя пришивать в старой одежде новую ткань. А то и... Дайте маме поесть. Да, погодите, в голову надо чуть-чуть. Какой вкусный. Да, вкусный. Бега. Так, ну что, я пошел. Игнатий, возьми из кармана все, скажи ему. Просит карманы очистить. Он сказал, зачем что пусть лежит. Он тебе мешает. Он сказал, да. Мешает, потому что когда шьешь, но мешает. Я все равно с собой не трогай. Положи. Выпил? Анюша говорит, сейчас не застегнул. Это уже получилось. А я когда шью, вытаскиваю все равно.